стоит, ладно. Почему ты не послушал меня? Потому что я уверен, что здесь находится последователь, стороны госпожи. Я тебе уже сказал, они здесь никаких последователей. Не чувствую его запах, и что ли, вроде того. Нет, ну не пусть, ты хочешь сказать, что я пахну, что от меня исходит зловоние? Пожалуйста, Кость, я не имею ничего такого. Я хотел сказать, что чувствую что-то вроде запаха. Кстати, где же полностью из зомби? А я еще не чувствовал его. И все же,
настаиваю, чтобы кинуть вместе с тебе так же жизнь, такой же здесь, точно так же, как прежде. Я же не могу просто пройти мимо. Думаю, что это просто, если нечего, то можешь себе подойти, иди прочь. Если ты послушал, я смог как бы какие-то места невредимые. О. Я помню, что это... Все понял, понял, скажу. Позадных встреч. Да, скоро мы увидим нашего этого. Да. Даже не поблагодарим весьма, не знаю, с чем мне стоило найти. Ну, ключ хотя бы. Так, или это для волос?
Так, ну вроде бы все стали здесь, может теперь глушить. Отдыхаю и храню тайну. Везде содерживаюсь с ним долго. Может, ты пока отключишь свое свечение? От него голова кружится. Так намного лучше. Почему ты прячешь лицо? Камел? Весь простолюдинки меня дрогнул. Это правда. Ты как будто с ними свалился. Да прямиком в мои святилище. Свечение следствие астральной проекции. Еще бы мне прячется лицо. Мне еще и есть его свечение. Мой чистотный лик будет последний, что ты видишь. А, да, на ней тоже это работает. Еще управление поменяло.
находится или нет. Что на этом есть. Когда я вошла в лабораторию, всем утром потов там уже не было посреди серебряных атак. Но, к счастью, все волшебные приспособления оказались на трудно. Подопытная забрала лишь лук и стрелы. Надо было быть длительнее и иметь пропущение. Так, стрелят. Так, сойдет. Эй, девочка, помнишь мне? А мы уже встречались? Я заметил, нет, что ты спрашиваешь? Да ладно, мне нужно прекрасно за кусту, но я не знаю, кто посетился. Хорошо, я попробую забраться. Врай, смогу перебраться? Неожиданно смерть через 3, 2, 1. Постой, у меня тут другие часы. Уф, кажется, он мне не преследует. Нет, мистер Кобин. Так, вот уж он не вышел, да? Так, цена продажи плюс 20. Thank you.
Привет, детка, вот мы снова встретились. Давно не виделись. А что ты здесь делаешь? Как всегда охотишься. А, ты все еще ищешь последователь, ты на госпожи. Ага. И у тебя это явно не очень получается, знаешь, детка, ведь ты можешь не помочь. А что случилось? Там перелетела стая гарпий. Но не могу до нее добраться из-за воды. А переплыть никак. Дело в том, что я терпеть не могу воду. Не была бы ты с ней разбираться. Я постараюсь, если они мне вдруг попадут. А еще тогда не забудь поделиться со мной с жареной корочкой, как ты хочешь. Корочек, ты же вроде хотел, чтобы я на гарпию охватился. Ах, детка, если бы я не знала, что... то подумала бы ты, что ты никогда не охотилась на гарпии. Да брось, гарпии и корочки одно и то же. Реально? Да, помнишь, где мы первый встретились? Приходи туда, как приготовить всех курочек. О, не переживай, я уж постараюсь, чтобы не этого стоило, детка. Топ-топ-топ-топ.